Сегодня я покажу 5 смешных и очень интересных лайфхаков со скутером. Усаживайся поудобней, а мы поехали. На свежем воздухе можно быстро проголодаться, но мы прихватили с собой еду. И мы покажем, как разогреть ее прямо на скутере. Заворачиваем наш бутерброд в фольгу и закрепляем его на глушителе. Теперь достаточно немного погазовать, и пища разогреется. Но мы не хотим терять время, поэтому сделаем это прямо в пути. Понимаешь? Вкуснятина! Даже сыр растаял. Поели, теперь можно и вздремнуть. Сейчас я покажу, как это правильно делать на скутере. Обязательно одеваем шлем и ложимся на руль. Ну что я могу сказать, со стороны выглядит необычно, но на самом деле удобно и комфортно. Ну точно! Все, ноги насквозь промокли. Если промокли ноги, не беда, скутер поможет нам их высушить. Для этого берем нашу обувь и ставим на глушитель. Он довольно сильно горячий, поэтому наша обувь и носки высохнут. Но если мы не хотим ждать, то есть один лайфхак, как сделать это очень быстро. Для этого надо носки или обувь натянуть на глушитель. Горячий выхлоп моментально просушит вашу обувь. 5 секунд, и носки горячие и сухие. Очень-очень горячие. Если ты хочешь выделиться из толпы, тогда тебе поможет следующий лайфхак. Для этого тебе понадобится глицерин или жидкость для аромаламп. Мы возьмем запахом розочки. Все, что нужно, залить эту жидкость в глушитель. Ну и все, сейчас будем заводить. Как только мы разогнались, оно стало дыметь. А ну-ка, погазуй немножечко, я покажу, как дымит. Я прямого не понимаю. Газуй. Ничего себе. Ну нам же надо как-то ехать дальше. Ладно, я сейчас не пойму. Уезжать, нужно уезжать. Бля, как на нас смотрят. Это точно привлекает внимание. На скутере иногда так бывает, что ехать еще далеко, а погода резко меняется. Ух, холодина. Как же можно обогреться? В машине классно, можно включить печку. Но не беда, на скутере тоже можно сделать печку. И сейчас я расскажу как. Берем шлангочку, натягиваем ее на глушитель. Идеально входит. А второй конец засовываем под сидуху. В процессе езды выделяется горячий выхлоп. И получается подогрев сиденья. Ого, она просто горячая. Попробуй. И согласитесь, так ехать уже гораздо комфортнее. Очень горячая! Она прям надувается! Но если вам и это не помогает, и вы сильно замерзли, а ехать еще далеко, то есть один экстремальный метод, который поможет вам согреться всего за несколько секунд. Как ты думаешь, какой? Поставь видео на паузу и напиши в комментариях. Мы хотим узнать, что же ты подумал. Ну что ж, поехали. Один конец у нас уже натянут на глушитель, а второй конец берем и засовываем под одежду. Газуем, и становится не просто тепло, а прямо жарко. Очень жарко. Лайфхак рабочий. Очень жарко. И всего за несколько минут. Фух. И следующий лайфхак — это фонарики Blitzwolf. Фонарики? А как они нам могут помочь? Ну как, если с дымом из глушителя на вас не обратили внимания, то с вращающими фонариками вас точно заметят. Боишься его привязывать? Вдруг улетит и разобьется? Нет, он же антиударный. Класс прочности IP68. Арналет немцев! Мы ехали себе спокойно, ехали на море, и тут на тебе парапланерюги начали сходить с ума. Ура, наконец-то мы добрались. Жалко, только уже темнеет. Но ничего, у нас же есть фонарики Blitzwolf. Они выдерживают погружение до 10 метров.
ничего страшного. Кстати, этот фонарик можно использовать как пауэрбанк, ведь у него 3300-500 мА емкости. Ну а в конце для тебя вопрос. Что же будет, если бензин налить в глушитель скутера? Пиши свои догадки в комментариях. До новых встреч!